Дорогие друзья, всем привет-привет. Как и обещал, что я схожу в парикмахерскую и сделаю прическу, как у Натальи Балдинковой. Вот, смотрите, что она со мной сделала. Мастер, универсал первой категории Наталья Балдинкова. Так как сегодня у нас день юмора, веселья, а веселье и юмор продляет нашу жизнь, друзья мои. Анекдот. Короче, встречаются на рыбалке, короче. Пошли на рыбалку русский, украинец и эстонец. Поймали нечаянно золотую рыбку. Золотая рыбка говорит: друзья, я вам исполню три ваших любых желания. Вы меня только отпустите. Русский говорит: разговора нет. Мне чемодан денег, рыжую женщину и в Сочи. Хохол говорит: разговора нет, мне горилки и сало. И все смотрят на эстонца. Эстонец стоит. Золотая рыбка говорит: друзья, давайте быстрее, у меня жабры пересыхают, я сейчас умру и ничего не исполнится. Они ему говорят: ты давай это быстрее давай. Он такой: ну, я не знаю. Говорит: ты давай быстрее, не знаю. Ну, я бы хотел вот так вот левой рукой делать волну. Ну, все хорошо. Еще есть какие-то желания? Он: ну да. Тут давай быстрее говори. Ну, я бы хотел и правой рукой так делать волну. Ну и стоит, короче, так. Договорились через год встретиться на этом же месте. И все так рыбка им бамс, и все разлетелись. Они ее выпустили. Короче, встречается, русский говорит: я какую-то ерунду заказал. Говорит: мы по ресторанам, по кабакам, деньги быстро кончились, рыжая женщина меня бросила и уехала. Хохол говорит: я тоже как-то, говорит, какую-то ерунду заказал. Я, говорит, сало отрезал, горилки намахнул, сало отрезал, вскоре закончилось и сало, и горилка. И все смотрят на эстонца. Он говорит: мне кажется, ребята, что я тоже какую-то ерунду заказал. Пока-пока, друзья мои!